Всем привет! И сегодня мы с вами будем распаковывать подарочный набор скрипышей 3. Новые скрипыши 3. Новые, крутые, собери их все. От магнита. Сегодня со мной мой брат. Он очень хотел распаковать, поэтому он сниматься будет со мной сегодня. Здравствуйте! Привет! Вот. Итак, давайте открывать его. Сегодня у нас скрипышей нету, потому что акция, как вы знаете, уже закончилась. Ну или нет, но в наших магнитах их уже нету. Так, открываем пленку. Это магнит вот один? Нет, там мы кое-то есть. А где он был? Стали? Вот такой вот крутецкий набор. А там так. Два набора. Тут один набор. Нам для коллекции не хватало только одного скрипыша. Это белого магнита. Ну, VIP-шич. Невозможно его выбить в пакетиках. Так, давайте открывать. Тут липучка у нас. Давай, Степа, открывай. Ого. Вот такой вот крутецкий набор. И вот он, самый главный VIP-скрипыш. Он очень крутой, но все здесь воняет. Здесь все как-то пахнет. Вот такой вот красивый VIP-шич. А я остальных открою. Не надо, Степа, доставать их. Так, давайте сюда засунем обратно. Почему? Так, белый магнит, вот. У нас вот этого скрипыша не было. У Стёпы нескольких тоже скрипышей не было. Вот. Я не помню, каких. Почему их? И которых не было у него. Это будут его скрипыши. Вот такой вот шикарный набор. Он очень прикольный. Так, давайте вот тут у нас есть викингиш, инопланетянин, вискис. То есть у нас вот идут... товар-спонсоры все идут, потом свинка Майнкрафт из Майнкрафта, из Among Us, лайкыш, пепперониш, магниты, и во главе всех у нас тут есть VIP-шич. Потом идут у нас тут вот кактусыш, как это правильно, вот идут Суперстарыш, Напугыш, Гриффин. Его зовут Напугыш? У нас идет Фрэнк. Там Кристалл идет. Вот этого зовут Мумий. Песик. Идут у нас. Песик вот Мэвис, Дениска, Вервульфыч, Хлюбик и Дракула. Вот такой вот у нас прикольный набор. Думаю, что он вам понравился. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте вот такие вот лайки счастливые. И вам обязательно подарят такой набор. Если вы хотите этот набор, то обязательно его ставьте. И вам обязательно повезет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока! Пока!